Партия «Единая Россия» сегодня обнародовала предвыборную программу. Главная идея – Чувашия – регион комфортного проживания. В ее основу легли предложения и обращения жителей Чувашии. Кандидаты от «Единой России» провели более 15 тысяч встреч, собрали 50 тысяч наказов избирателей. Программа «Чувашия – регион комфортного проживания» – логическое продолжение программы «Вместе жить, вместе строить». Строительство с участием партии активно шло в прошлом году на выборах главы Чувашии. Среди основных наказов – модернизация дорожной сети, развитие медицины и создание новых рабочих мест. Теперь, отметили единороссы, важно выполнить то, о чем просили люди, то, что вошло в программу. Понятно и очень важно сказать и озвучить, что не все это будет сделано сразу. Не все это будет сделано в один день. У нас есть четкое понимание, как это делать. И я думаю, коллеги меня поддержат, если мы сегодня скажем, что за данным программным документом, конечно же, стоит ответственность нашей партии. Это очень важно об этом сказать. Понимание приоритетов, понимание того, что сегодня очень важно для нашей республики, ну и профессионализм. Ответственность за эту программу несет каждый кандидат. Эти обращения, конечно же, требуют и сейчас дополнительной работы. Их надо систематизировать. Все вопросы они должны найти свое решение в ходе предвыборной кампании. Но самое главное решение этих вопросов после выбора наших депутатов. Это должна быть программа партии, которая должна реализоваться в течение 5 лет.